Заявка на открытие еще одной криптобиржи в Японии одобрена агентством финансовых услуг Японии. Лицензию получила компания BitOcean Corporation. Она стала 16-й организацией, получившей лицензию на осуществление биржевых цифровых операций. По мере роста в Японии числа криптобирж, многие из них для увеличения ликвидности выходят на новые рынки, расширяя сферу влияния. В отличие от других, BitOcean Corporation планирует проводить торги только биткоином.